50 настаўнікаў, чый працоўны стаж не перавышае 2 года, сабраў абласны інстытут развіцця адукацыі. Сустрэча ў рамках школы маладога педагога, якая мае назву «Формула поспеху», у гэтым годзе ладзіцца ўжо ў 9 раз. І, па словах спецыялістаў, сёлетняя праграма курсаў вельмі адрозніваецца сваім напаўненнем. Финалом деятельности школы молодого педагога повинен стать профессийный рост каждого ее удельника. У приватности на это нацелены и организаторы, и вучни, а их сюлета свыше 50 человек. Сергей диплом об закончении ВНО отримал в этом году. И он наставник химии и биологии. Жадание працевать, скажет сам, шмат, а вось упевненности сподяется набраться миновито у школе от соправдных профессионалов своей справы. Они показывают, как на уроках, какая концентрация внимания, как все динамично. И даже нас, недавних студентов, как меня в частности, это цепляет и как-то вот так даже завораживает в какой-то степени их профессионализм, их уровень, те методы, приемы, инструменты, какие они используют, фишки какие-то индивидуальные. Вот это очень интересно. У программе майстер-класы, тренинги, лекции от супрацовников ИРА, удельников Республиканского клуба «Хрустальный журавель», лауреаты и пераможцев конкурсу «Наставник года». До прикладу сёння об тым, як сплановать, организовать и провести якостный урок, слухачам школы рассказывая яе незменный коуч, наставник-методист Грузинского региона Тамара Качкан. Урок будет добрый тогда, когда все дети максимально проявят себя. И вот такой принцип «ровный научая ровного» – это главный принцип на уроку. И урок, как структурно, он никаким чином не поменялся, как он был годов 20 назад, таким он остался сегодня. Просто дети иншие, у них, скажем, больше стало информации в этом свете. И тому за этих 45 хвилин треба побудовать урок так, как детям захотелось прийти на інший урок, как у них остались веды, как у них появились некие новые умения и как им было цікаво. У области ведется грунтовная работа с молодыми специалистами, и подобное объединение только один из прикладов. Сёлетнюю программу, кажут организаторы курсов, істотно обновили. У первую чергу разнастаили формы проведения занятков, наполнили новым актуальным зместом. Из года в год организаторы школы стараются сделать и образовательную программу насыщенной и интересной. Сегодня, например, внимание уделяется цифровому педагогу, как себя грамотно и правильно позиционировать в интернет-пространстве, как правильно использовать интернет-сервисы и инструменты, чтобы они помогали на уроке, а не отвлекали. Школа молодого педагога – 5-дзённый интенсив, тягом якого слухачи разбирают все нюансы профессии наставника, спостигают секреты сучасных адукацыйных технологий, а так само учатся рационально организовывать час, выпрацовывать психологичную стрессоустойливость, удосканаливать коммуникационные навыки и профессийные зносины. Усё для того, как каждый из них вывел уласную формулу поспеху, якая дозволить покарыть усе, нават самые крутые вершини педагогики.